Российские военные сегодня днем нанесли ракетные удары по жилым домам Покровска в Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Руслан Требушкин. Есть жертвы и пострадавшие. Разрушено множество жилых домов частного сектора. На местах обстрелов продолжаются аварийно-спасательные работы. Местные власти просят жителей города оставаться в укрытиях. Продолжаются ракетные удары по Покровской громаде. Вот так пострадали дома. Вот разбит автомобиль. Есть жертвы, есть раненые среди мирного населения. Люди остались без домов. Многие дома повреждены. Повыбивало окна, двери, повыдавливало все внутрь домов, наружу. Поэтому сейчас работает комиссия, устанавливаются ущербы. Конечно же, самое простое решение — забить ОСБ. И, конечно же, нужно сейчас помочь нашим жителям расселиться. Поэтому, если у кого-то есть возможность предоставить пустующие дома и квартиры, пишите, звоните. Я уверен, что вместе мы можем многое. Спасатели завершили разбор завалов после ракетного удара, нанесенного российскими военными 14 июля по одной из центральных площадей Винницы. Об этом сообщили работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Число погибших увеличилось до 24 человек, из них трое детей. Сегодня умерла одна из пострадавших, получившая во время российской атаки ожоги 85% поверхности тела. В больницах Винницы на данный момент остаются 68 пострадавших. Еще один человек числится пропавшим без вести. Всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 домов мирных жителей, 40 автомобилей и 2 трамвая.